Всем привет! В этом видео вы увидите 10 удаленных сцен из фильма «Один дома», которые были вырезаны. Приятного просмотра! Как только я узнаю что-то об этом старом маньяке, я сразу же позвоню ФБР, чтобы получить вознаграждение. А ты? Если ты не покинешь сейчас же мою комнату, то я повешу тебя на гвоздь входной двери старика Марли и позвоню ему в дверь. Вон отсюда! Эй, ты! Хоть ты говоришь по-французски, сопляк. Меня зовут Кевин. Тебя зовут Кевин? Ты знаешь, как тебя будут называть во Франции? Нет. Штанишки! У нас автоматические таймеры для света, замки на дверях. Что еще можно придумать? Послушайте, я очень сожалею, но не могли бы вы оплатить мне $122.50 прямо сейчас? Все деньги находятся у моей жены. Она сейчас спустится к вам. Выпейте коктейль или еще чего-нибудь. Коктейль? Пошли, пап, пошли есть. Сюда, пожалуйста. Коктейль? Эй, послушайте. Знаешь, я мог бы арестовать тебя за то, что ты прервал наш разговор, парень. Боже, простите. Ты живешь в этом районе? Yeah. Да. Yeah. Да? В одном из этих домов? Yeah. Да. Наверное, я должен заглянуть и в твой дом. Он недалеко? Да, мы можем пройти до него, если захотите. Да, одну минуту. Есть здесь кто-нибудь? Я умираю от голода. Я теперь могу есть все, что захочу. Только в этом квартале 5 семей отправляются на Рождество в отпуск. Они сами мне об этом сказали. Это уже становится слишком легко. Помнишь старые добрые времена, когда люди оставались на все рождественские каникулы? Да, теперь же они уезжают на Гавайи, в Аспен. Или в Париж. Соберутся всей семьей вокруг камина. Ага, как поросята. Будут петь рождественские песни. Вот почему я ненавижу Рождество, Марк. Я его просто ненавижу. Люди сегодня слишком циничны, слишком пресыщены. Совсем другой признак морального распада современного общества. Ничего общего. Ничего общего. Да. Добро пожаловать в Париж. Пойдемте, быстрее. Они, наверное, уже прошли таможню. Вы уверены, что мы идем правильно? Да, разумеется. Превосходно. Скорее. Хорошо, мы развернем нас. Смотри, не пропусти своих племянников. Очень хорошо. Давайте, разворачивайте. Я возьму этот конец, а ты держи тот. Отлично. Хорошо, держите этот конец. Добро пожаловать в Париж. Я их не вижу. Я их пока тоже не вижу. Я думаю, что... Стойте здесь. Подожди, ну-ка, стойте, смотрите, вон они. Вон ваши двоюродные братья. Посмотрите, как они счастливы видеть вас. Привет, привет, Кейт. Привет, всем добро пожаловать. Пока. Пока, увидимся. Где он? Я не знаю. Куда он побежал? Я не знаю. Он не мог просто взять и исчезнуть. Да забудь ты о нем. Просто мне не понравилось, как он посмотрел на меня. Хватит уже, нам не нужно его ловить. Это ведь прямой путь в полицию. Он что-то знает. Так что с того? Это всего лишь ребенок. Что может ребенок нам с тобой сделать? Он что-то знает. Послушай, мы идем по неверному пути. Мы ограбили несколько домов. Мы должны быть счастливы. Не нравится, как он посмотрел на меня. Сейчас тебе станет намного лучше.
Кофе без кофеина. Какой горький. Зачем ты крадешь всякую бесполезную ерунду? Это вкусно. Oui, je vais faire établir le contrat. Il sera prêt demain matin. Très bien, monsieur. Vous êtes d'accord, Georges? Je suis d'accord, monsieur Поттер. Что они говорят? Я не знаю. Ты случайно не знаешь французский? Нет. О нет, я же почистил зубы украденной щеткой. Надо стереть отпечатки пальцев. А вот и Джонни. Тише ты. Линни, почему ты не спишь, детка? Слышно что-нибудь о Кевине? Нет. Хочешь присесть рядом? А мама где? Мама? Она колесит по Франции с каким-то матча. Папа? Нет, она летит с Крантом, чтобы оттуда поскорее добраться до Кевина. Она не встретит с нами Рождество. Кевин тоже не встретит с нами Рождество. Рождественский праздник превращается в простой выходной день. Я думаю, нельзя допустить этого. У нас нет выбора, Лин. Нам нужно отпраздновать Рождество. Несмотря ни на что, остальные же не виноваты в происходящем. Мы здесь, они там. Это просто смешно, папа. Рождество не имеет ничего общего с Парижем. Звучит просто ужасно. Рождество означает, что вся семья собралась вместе. Умная девочка. Маме помогаешь? Да, мам. Какой замечательный помощник. Думаю, ты получишь много превосходных подарков от Санты. Буду надеяться. Простите, не подскажете мне, что за жидкость во время стирки белья делает его мягким, как шерсть котенка, и пахнущим, как свежий весенний ветер? Ополаскиватель для белья? Мама просила купить. Второй стеллаж. Спасибо. Счастливого вам Рождества. И тебе тоже. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте. Подпишитесь на канал. С вами был Валерий23. Всем пока.